Сейчас мы с вами поменяем сцепление и ведущую звездочку на бензопиле Паулан. Вот. Здесь у нас пружина совсем развалилась, улетела куда-то, ее нету. Человек принес нам без этой пружинки. Пружинки отдельно сейчас в данный момент у меня нету, поэтому будем менять целиком сцепление. Вот. Крышку верхнюю я открутил. Фильтр снимаем, чтобы не потерять. Снимаем свечу. Вытаскиваем запасной канат, заматываем его вот так вот за ручку. Можно воспользоваться ключом от болгарки, можно вот таким вот ключом специальным для снятия сцепления. Мы берем веревочки, подводим поршень повыше, но не совсем, не в верхнюю мертвую точку, и напихиваем туда, в эту свечное отверстие, веревки. Вот, напихали, берем ключ, вот он у нас поршень уперся в веревку, коленвал застопорился, и теперь откручиваем. Откручивать надо по левой резьбе, здесь левая резьба. Открутили. В принципе, можно было поменять пружинку, но нет пружинки. Да и цена там не особо отличается, по крайней мере у нас, от пружинки, от целого сцепления. Вот, звезда имеет очень большой серьезный износ. Вот, цепь будет то натягиваться, то ослабляться, то натягиваться, то ослабляться. Новые цепи вообще на такой износ нельзя ставить. Звездочка очень быстро превратит ее в старую и износится еще больше. Вот, мы берем новую звезду. Немножечко смазываем подшипничек. Устанавливаем. Шайбу ложим. Берем новое сцепление и закручиваем по левой резьбе. Соответственно, закручивать надо против часовой стрелки. Вот, теперь крутим и опускаем наш с вами вот этот вот канат, чтобы поршень уперся снова. То есть он сделает оборот и упрется. Вот уперся, можно этот канат отпустить. Берем ключ, вставляем и подтягиваем. Звездочка крутится у нас. Вытаскиваем наш канат, вставляем свечечку, подтягиваем ее, одеваем колпачок, устанавливаем фильтр, берем крышку, прикручиваем ее. Все, как видите, ничего сложного. Звездочка поменена, пила в рабочем состоянии. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт looktool.ru. Всем удачи, пока!